Вітаю, ви дивитесь телеканал «Март» у Студії Наталі Якобсон. це програма І Сьогодні до нашої студії до діалогу ми запросили директора комунального виробничого підприємства по організації харчування в навчальних закладах Віктора Васильєва. Я вас вітаю в нашій студії. Здравствуйте, добрий день. Отже, з цього року в нас відбулись у вас на підприємстві. Ну у харчовій галузі в наших школах, садочках відбулись зміни, і хотілося, щоб ви це прокоментували, тому що змінилися тарифи і різні думки з цього приводу звучать і звучали. І хотілося запитати, звідки взяли такі розрахунки на харчування дітей і за якими принципами їх робили? Ну звісно, змінення пройзошли в дітському питанні Это дітські садики і школи. Прежде всего, змінення стали можливими благодаря і зміненню ціни. цены, которая поднялась, но мы имеем возможность теперь что-то действительно показать в каких-то более расширенном виде блюда. Как цена формируется? Цена а, изна... формирует управление образованием. А, у них есть расчеты, и единственное, что они от нас попросили, сколько по новым нормам а, будет составлять стоимость тарелки, например, чтобы выполнять эту норму. А, мы предоставили эти расчеты. Дальше же управление образования закладывает другие какие-то расчеты и выносит на ВКонком. Выконком утверждает эти угу. цены, потом проходит тендер, и уже определяется участник, победитель этих торгов. Как и в этом году, так же само выконком определил в октябре стоимость питания. Если мы говорим про школы 1-4 класс, это 26 гривен 20 копеек. Половину стоимости оплачивают родители, половину оплачивают бюджет. Хочу отметить также, что на каждого ребенка заложена сумма денег из бюджета, городского бюджета, поэтому если родители заказывают горячее питание, то тогда оно половина компенсируется с городского бюджета. Uh -huh. Если же родители отказываются от питания, то фактически эти деньги так и остаются в бюджете, и потом как перераспределяются внутри, ну, нам неизвестно, но они не осваиваются именно на питание. Uh -huh. А вони відмовляються, тому що там дитина захворіла, наприклад, або перебуває на домашньому навчанні, або там не хоче, щоб харчуватися дитина в школі або в садочку. Ну, в садочку навряд чи в школі. Саме з цих причин, а що відбувається, ну як розраховуються ці суми? Скільки саме дітей буде харчуватися? Ну ми провели аналіз, коли було детське шкільне питання безплатне, покрала повністю з бюджета, mm -hmm. то приблизно було 15 тисяч ученів. Когда ввели оплату уже и родительскую, угу. то у нас уменьшилось количество учеников где-то на 50%. Прежде всего, есть дети, которые изначально, как, как говорят наши специалисты, сотрудники, те, кто раньше кушали детки, те и сейчас угу. кушают. И с изменениями не те, кто и раньше не ел, и сейчас не едят. Где-то связано это с тем, что в школу ребенок уже идет, как правило, дома, он позавтракал, приходит в школу, а там уже его через час снова кормят. Угу. Естественно, ребенок часто отказывается. Поэтому режим питания в школах является, наверное, основным, почему дети в школах... Ну, не основным, но одним из причин, почему дети в школах отказываются от питания. Если это в школах питание происходит где-то ближе к 11-12 к часам, ребенок, естественно, проявляет интерес к еде, проголодался и уже ну, больше, как говорится, съедает порцию. Прославлена уже постанова 305, так вимагає новых подходов до харчування детей. Ну, мы знаем, там, зменшення соли, цукру, збільшення рыбы, так, и мяса, відмова от, від, славно, сосисок и так далее. Ви проводили вже експеримент у школі номер 19 раніше, ніж всі інші діти скуштували нове меню, так, так. і хотілося б ви розповіли, в чому заключався цей експеримент і чим він завершився, і чи завершився, чи продовжився ще до окінчання прошлого року. Ми утвердили чотирьохнідільне меню ДЕРПОЦПАЖБІ і вирішили дати на розсмотрі як і дітям. Ну, директору Отличителя. школы 19, угу. это она самостоятельная школа, они сами самостоятельно проводят тендер, рассмотреть всю критику и в дальнейшем уже это меню воплотить во всех школах города Николаева. Да, действительно, были некоторые замечания, а по новой постанове необходимо раз в неделю, например, давать бобовые. Но раньше это в школах особо не использовалось, ну, поэтому. Думаю, в домовой дети не очень любят бобовые. К сожалению, да, к тем продуктам, которые раньше де, э, дети не любили, в школах это было прежде всего рыбные блюда. Угу. Сейчас это добавилось э, бобовые. Ну, есть еще некоторые отрицания, это когда мы даем кефир, например. Угу. Э, с бобовыми как мы вышли из ситуации? Мы пробовали чечевицу, э, пробовали фасоль. Сейчас остановились на горохе. Это в основном гороховое пюре. Есть еще некоторые блюда, которые мы все-таки смотрим, как происходит эта реформа в других городах mm -hmm. Украины. То есть мы не так кардинально меняем меню, не используем сейчас, например, в данный момент, мы не используем в школах специи. Мы все-таки стараемся рассмотреть опыт других городов, где успешно она используется эта реформа, то мы полезно и берем и используем у себя. Mm -hmm. Поэтому больше как бы мы стараемся кардинально не менять. Також зменшили норми споживання хлібу, наскільки, наскільки я пам'ятаю, і теж відмовились від білого чорного традиційного, зараз використовують цільно зерновий. Так а ще в тому експерименті да. був новий хліб, чи він став теж на потік виробництва цього? Ми хліба? Ми общалися з нашим хлібзаводом, номерадін попросили їх розробити рецептуру хліба спеціально, який підходив постанову триста 305 успішно. Они нам предоставили эту продукцию. Мы ее предлагали в вот 19-й школе, когда пробовали mm -hmm. это меню, мы его давали, пробовали меню. После Нового года мы объявили тендер. Было несколько участников. Хлебзавод выиграл этот тендер. И сейчас во всех городах, во все школы города Николаева, mm -hmm. мы возим цельнозерновой хлеб. Главное его отличие это, то, это мука, из которой он изготовлен, и также меньше количество соли. И насколько я помню, там еще какие-то зерновые даются, так туда и картин. Да, технологии хлебзавода предложили, чтобы ну, было интереса, там добавили семена льна, моркови, то есть он дает угу. ну, какие-то краски этому хлебу. Щодо фарб, так ще одна вимога, ну, не знаю, вона прописана чи не прописана, в постанові 305 я не пам'ятаю. Але це саме меню має бути яскравим і так захоплювати дітей, ну, щоб воно було їм цікаво і зовні. Чи вдається виконувати цю норму? По новим нормам а, в кожен день необхідно давати ну, якщо ми говоримо про uh -huh. школьників з 1-4 по клас, це где-то 100 грамів овочів, 100 грамів фруктів. В принципе, сейчас это ну, довольно сложно, потому что из овощей, например, это как у нас борщевой набор, свекла, капуста, угу. из фрукты, вот наши, то, что природное, это яблоко. Конечно, мы используем и яблок, и бананы, и цитрусовые. И вот сама сложность в том, что не такое большое количество можно использовать и овощей, и угу. фруктов. Плюс еще к этому играет и цена. Если овощи, это в основном используются тушеные, запеченные, разрешается один день в неделю использовать квашеные овощи, ну фрукты это в основном, если яблоко либо запеченное, либо свежее mm -hmm. яблоко. Конечно, ми стараемся розбавити меню и новими блюдами, которыми є і сборники и Клопотенка, і ті блюда, які успішно в інших містах, які дійсно ну, серед дітей користувалися угу. спросом. Тобто, то стараемся разнообразить. Ну, з урахуванням того, що батьки почали активно коментувати цю тему, так і з підвищенням, там, і з новим меню, і так далі. І зворотній зв'язок, мабуть, можна побачити в Фейсбуці під відповідними постами, як на всеукраїнському рівні, так звичайно на Миколаївському. Але чи є увага? ну я купил не с батьками. сейчас с 24 января во всех школах города николаева мы использовали уже это четырехнедельное меню uh -huh. к сожалению из-за карантинных ограничений минирование школ было мало, мало школ которые работали но вот на сегодняшней неделе это четвертый тыждень когда это меню используется. Uh -huh. Мы выявили много, как для себя, много технических ошибок в этом меню. Также выявили много причин, по которым дети ну, им не нравятся. Выслушали мнение директоров школ, выслушали мнение было пару встреч и с родителями, которые свои предложения дали. Поэтому меню мы сейчас Снова переработаем и снова дадим утвердить дерпроспажу службе. Для нас главный показатель это то, чтобы было минимальное количество отходов и, дети, и тарелки были ну, вроде, пустые, чтобы детям нравилось, чтобы они уходили довольны. Поэтому это не будет меню постоянно. Мы будем его постоянно добавлять, добавлять, добавлять. Будет сезон свежих овощей. Мы меню добавим, его, расширим. Угу. Будет сезон фрукты, добавим фрукту. То есть, это постоянный процесс, который, ну, оно не то будет... То есть, меню плавающее такое выходит? Оно плавающее, да. Угу. Не там пять б... страв, которые постоянно изменяются, так 5 раз в неделю, а... Да, то есть, если у нас а, была проблема, вот, если продукт не используется, то мы, конечно, его либо заменим, либо изм... видоизменим в другом блюде. А, критику и мнение мы, конечно, учитываем. Угу. А... Також я знаю, що ваша зона відповідальності це закупівля інвентарю, а зона відповідальності управління освіти це переобладнання наших їдалень в школах і садочках. На якій стадії це про це що заплановано на цей рік? Управління образування предоставляє нам поміщення, оборудовання, а ми предоставляємо співробітників mm -hmm. і наші технології. Тобто, в такому тандемі ми працюємо. оборудование, которое на сегодняшний день есть в школах, конечно, оно устарело. Оно тянет много электроэнергии, и процесс замены идет. Не так бы хотелось бы быстро, как он ну, как сейчас происходит. Угу. Я знаю, есть государственная субвенция, которая, благодаря которой в некоторых школах провели Уже зараз, ремонт. Так? Да закупается оборудование но к сожалению вот если взять по нынешнему меню который мы сейчас утвердили у нас есть много там изделий которые используются из сыра кисломолочного то есть это запеканка сырники для того чтобы приготовить необходимы протирочные машины где-то процентов 50 объектов ну, может чуть меньше там 40 процентов не имеет этих этого оборудования. Это вызывает у нас проблемы. Я уже не говорю про параконвектоматы, которые являются довольно ну, роскошью, они дорогие и пока пока в школах их нет. Есть пару школ, в которых они установлены. Поэтому процесс идет, управление образования проводит делает ремонты в пищеблоках закупает оборудование, ну, пока этот процесс, к сожалению, еще не так, как хотелось бы. Це, мабуть, трошки ускладнює приготування їжі на пару, тому що це теж одна з рекомендацій, так триста постанови не давати смаженого дітям. Що роблять в цій ситуації, як виходять? Ну, постанова не так критична. Там все-таки угу. розрішається раз в неділю э, блюдо приготовлене при жарці. Е, е, ну, оборудование, звісно, прежде всего нам замена заміна потому тому що нам... управление образования выставляет счет за коммунальные услуги. И этот счет довольно большой, потому что оборудование энергозатратное. Как-то повлиять на замену этого оборудования мы не можем, потому что в стоимости питания не входит на амортизацию, на закупку нового оборудования. Поэтому мы прежде всего заинтересованы, чтобы оборудование поменять, это понадобится им меньше сотрудников для приготовления, и также будут меньше счета, грубо говоря, за электроэнергию. Сейчас угу. был оголошен новый тендер, так, насколько я знаю, на и на харчування детей в школах-садочках. Там изменилась сумма, возможно, изменились условия. Я не знаю, просто хотелось, чтобы вы более детально на этом остановились. У нас в городе есть проблема, когда мы коммунальное предприятие, нас создали для того, чтобы мы занимались организацией угу. питания в учебных заведениях города Николаева. При этом же, чтобы выделить деньги с бюджета напрямую нам, нет сейчас возможности. И поэтому управление образованием каждый год проводит тендер. Из-за этой коллизии получается постоянная задержка и в начале предоставления услуг, как в этом году мы не с 1 января предоставили mm -hmm. услуги по новым ценам по новому меню, а уже с 24 mm -hmm. января плюс том... месяц. Да, плюс mm -hmm. тому же в этом году, из-за некоторых нюансов по тендерной документации, тендер не состоялся. Должно быть минимум два участника, чтобы произошел сон тендер не состоялся, и тендер снова перезапустили. Сейчас мы заключили э, временный договор по переговорной процедуре на, там, на 2-3 месяца там, по времени, какая сумма, насколько ее хватит. И э, управление образования Объявила тендер за вычетом той суммы, которую мы уже как бы заключили по договору. Uh -huh. uh, то есть сейчас тендер должен снова состояться, и должно быть минимум два участника. Uh, и в это, и ей, так? В этом году участвовали мы и участвовали Южноукраинская частная компания. Uh, мы как бы смотрим для нас, нам кажется, что они, это, это южноукраинская компания. Дело в том, что в Южноукраинске тоже хотят перейти на аутсорсинг. И мне кажется, что эта компания больше изучает все нюансы при проведении торгов. Угу. То есть мы надеемся, они что они... Поставлять, так, да, мы послуг... надеемся, что у них нету таких амбиций выиграть этот тендер, но все-таки мы участвуем угу. и будем с ними участвовать в тендере. Ну, я знаю, ви вже згадували складнощі з оплатою комунальних послуг, попри те, що школи навіть не працювали так само, як і їдальні, але ви маєте сплачувати рахунки і звідки брати на це кошти. А, тому хотілося б запитати, ви як комунальне підприємство, виробниче, чи маєте право брати участь в інших там, тендерах в інших областях? Чи це взагалі не вигідно? У другі ну у нас є. Есть штат сотрудников, который сейчас закреплен за предприятием, угу. и он рассчитан на тем мощностях, которые в нашем городе, к сожалению, из-за того, что сейчас предприятие работает нестабильно, не постоянно, из-за карантинных ограничений, из-за, ну, то есть график работы какой, летом предприятие не работает. Месяц-полтора поработала, потом идут mm -hmm. весенние, осенние каникулы, потом идут зимние каникулы, потом весенние каникулы. То есть сотрудник, который устроит, трудоустраивается на, к нам на работу, он должен это понимать, что летом предприятие не работает. Из-за того, что сейчас карантинные ограничения, большой отток ушел сотрудников. Mm -hmm. Никто не хочет ждать, когда заработаем. Поэтому тот, то количество людей, которые сейчас есть на предприятии, мы их стараемся удержать, чтобы например, вот сегодня мы в понедельник вышли уже после ограничения 5 и 11 класса, и чтобы мы могли не сорвать процесс предоставления угу. услуг. На другие города у нас сейчас нет никаких амбиций, мы хотим просто довести до ума Это то, что здесь угу. происходит в городе Николаеве. Да. И для нас очень важно, чтобы выйти просто на стабильную постоянную работу. Що mm -hmm. важливо для підприємства. Ви ще говорили. Я пам'ятаю, у вересні або влітку ми з вами спілкувалися про те, що є у планах створення комбінату так, харчового. Чи зараз взагалі можливо ці плани здійснити, чи відклали їх у довгу шафку? У нас в місті 24 об'єкта, 24 учебних чотири заведіння, не мають свого пищеблока, або пищеблок не призначен для повного циклу приготовлення. Туди только. подогревают и раздают пищу, а туда привозят с других базовых школ. Эта проблема очень актуальна, и в прошлом году, еще как только я стал директором, главное внимание хотел уделить этому вопросу. Uh -huh. Поэтому мы на центральном, центральном здании сделали ремонт пищеблока, порядка 400 квадратных метров. Мы закупили оборудование, сделали полноценный ремонт, ввели систему ХАСМ, под это э, производство. И на этой неделе, на следующей мы уже планируем э, потихоньку развозить в эти школы. То есть Сейчас это заводский район. Э, у нас на очереди 18, 17 и 35 школа И в ближайшее время мы уже будем с нашего центрального пищеблока развозить туда еду. Это специально мы для этого закупили. Вернее, в том году еще было закуплено специальные э, термоемкости. Э, мы специально э, провели тендер на Доставку транспорт, заключили договори на транспорт, які буде розвозити. Тобто, все для этого вже готово. Угу. Окремо хотілося б зупинитися. Ще ви згадали таку тему, що вивчали досвід інших міст. Ви виїздили туди, бачили все на власні очі чи спілкувалися з директорами подібних підприємств? Як саме вивчали і що ну, у них там виходить такого вдалого, що можна застосувати у нас? Тема школьного питания и детского питания она довольно закрыта, и большинство городов угу. решают эту проблему по-своему. Если у них какие-то есть решения, да, они идут на грани иногда закона, потому что, вот как я же рассказывал, то есть мы угу. участвуем каждый год в тендере. Другие города этот вопрос решили и напрямую коммунальное предприятие выделяют деньги. В других городах, например, освободили коммунальные предприятия от уплаты коммунальных платежей. Это отразилось и на цене, то есть стала угу. стоимость меньше э, в стоимости питания, и для коммунального предприятия, предприятия тоже финансовой точки зрения это стало ну, намного легче угу. и, прос, и проще. Да, поэтому многие вопросы, например, ну, не, не показывают, угу. не рассказывают. В основном идет общение по поводу меню и, как сказать, технологий приготовления. Такие более узкие финансовые вопросы не решаются. Конечно, мы общаемся и с директорами. И в Киеве было общение, и ну, не, не, не про Петровска, а некоторых таких не крупных городов, где они более идут на контакт, и мы обменяемся опытом. Я зрозуміла. Дуже вам дякую, що сьогодні були з нами і все докладно розповіли. Я хочу побажати вам успіху у тендері, який на вас чекає, на вашу організацію. Ну і успіхів у роботі. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися із директором комунального виробничого підприємства по організації харчування в навчальних закладах з Віктором Васильєвим. Вам дякую за увагу. Лишайтеся з телеканалом Март!